Молния ударила в резервуар с мазутом. Такова легенда пожарно-тактических учений, которые проходили на ТЭЦ-1. Объект снабжает теплом центр города и часть рабочего поселка. Нефтепродукты находятся в резервуаре. Высота его 6, диаметр 26 метров. По соседству находится еще несколько таких емкостей. Работает предприятие с 1964 года. За это время гроза ни разу не спровоцировала чрезвычайную ситуацию. Однако спасатели уверены, зарекаться нельзя. Стихия – вещь непредсказуемая. Объект ТЭЦ-1 очень сложный объект в оперативно-тактическом отношении. Вероятность возникновения пожара в резервуаре очень мала, но все-таки мы готовимся к данному возгоранию. Готовим силы, средства, также проверяем степень готовности администрации и сотрудников объекта на данный случай. По замыслу учений сотрудники ТЭЦ эвакуировали коллег из опасной зоны, сообщили о происшествии в пожарную часть. На тушение спасатели прибыли в специальных теплоотражающих костюмах, которые выдерживают температуры до 200 градусов. По словам пожарных, обмундирование тяжелое, но потерпеть можно. Объект непростой. При возгорании происходит разлив мазутного материала. Нужно сразу локализовать это место. Значит, подать пену, произвести пенную атаку. Еще одна важная задача пожарных – охладить соседние резервуары, ведь они тоже могут загореться или взорваться. В условиях учений все прошло гладко. Резервуар потушили, за что участники мероприятия получили оценку «хорошо». Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.